Уважаемые жители Апшеронского района, данное видео мы посвящаем 78-й годовщине освобождения Апшеронского района от немецко-фашистских захватчиков. Говорят, что посмертно тела наши станут землею. Я поверить готов в немудренную эту молву. Пусть я стану частицей земли, отвоеванной с боем, той земли, на которой сейчас я всем сердцем живу. Застыли ели в карауле, синь неба мирного ясна. Идут года. В тревожном гуле осталась далеко война. Но здесь, у граней обелиска, в молчании голову склонив, мы слышим грохот танков близко и рвущий душу бомб разрыв. Мы видим их, солдат России, что в тот далекий грозный час своею жизнью заплатили за счастье светлое для нас.